И вот таким образом они поели, в Европе повоевали, умерло 20 миллионов человек, но они определенные, мы еще дальше будем говорить в следующей передаче о том, что произошло дальше, но вот этот этап принятия акта о федеральном резерве и Первая мировая война, чтобы все наелись, напились, да, вот как бы этим вот этот этап завершился, вроде бы все более или менее, ну как бы, замолчали, да. И вот как бы мы сейчас на этом остановимся, чтобы вы, ну, как бы переварили, а в следующей передаче мы уже продолжим с вами говорить, а что было дальше. То есть закончилось, акт о федеральном резерве есть, Первая мировая война прошла, внимание всех было отвлечено на эту войну, критики не было, значит, соответственно, все наелись, напились в Америке конкретно. А вот что произошло дальше, вот то, что я вам обещал, когда я вам сказал, что я вернусь еще к Великой депрессии и расскажу вообще, что это такое было. И давайте вот до следующей встречи. Пока вот на этом остановимся.